жить одной мне без него. Я не знаю, что такое вдруг случилось со мной, что-то рвёт. Это древние-древние обычаи. Когда приходишь в дом, то надо символ бессмертия принести с собой. И в данном случае эти три колоска и выражают суть нашей встречи сегодня и суть того, что мы с вами сейчас делаем, а именно – хоть немножечко продлить зрительно жизнь выдающегося человека, певицы, дорогой Надюши, дорогой Надежды Андреевны Обуховой. Я помню, как люди встречали Надежду Андреевну, когда она выходила на эстраду. Когда она выходила, зал замирал. Все чего-то ждали. И верно, дожидались. Это как удар. Удар в сердце. Я помню свое собственное блаженство, когда я видела Надежду Андреевну спокойную, легкую, прекрасную, как она выходила, и так щедро, так легко отдавала то, что пела в ее душе. Всегда казалось, что она прислушивается к какому-то внутреннему пению. Удивительное было впечатление всегда от нее. Звездой огромной величины и прекрасного света сияла Надежда Андреевна Обухова. Я прослушал и просмотрел ее почти во всех ее ролях. Поразительный спектакль «Хованщина». Надежда Андреевна пела Марфу. Это было такое совершенство, как бы вам сказать, вот этого русского, не то что исступленного, а какого-то глубинного содержания. Такое забвение, как будто всего, что окружает человека, все, кроме своей идеи, кроме своей мысли. Yeah.
есть одно качество, которое необычайно ценно. Она никогда не пела, не будучи в форме. Это было неприятно для дирекции, но зато это было чудно и абсолютно верно. Она считала, что лучше поссориться с двумя, с тремя, с пятью душами, от которых зависит спектакль, снять его или возобновить, или заменить, чем ссориться или быть непонятой, правильно истолкованной громадной аудиторией, какая бывает в стенах Большого театра. Вот еще одно такое особенное, острое, я бы сказал, ощущение. Я попал на премьеру оперы «Кармен». А «Кармен» пела Надежда Андреевна. Вот в связи вот с этим воспоминанием мне пришло в голову, что прочесть стихотворение из гениального цикла Александра Блока «Кармен». «Ты, как отзвук забытого гимна, в моей черной и дикой судьбе, о, Кармен, мне печально и дивно, что приснился мне сон о тебе. Вешний трепет, ты лепет и шелест, непробудные дикие сны, и твоя одичалая прелесть, как гитара, как бубен весны. И проходишь ты в думах и грезах, как царица блаженных времен, с головой утопающей в розах, погруженная в сказочный сон. Спишь змеёю с клубясь прихотливой, спишь в дурмане и видишь во сне даль морскую и берег счастливый, и мечту недоступную мне. Видишь день беззакатный, жгучий, и любимый, родимый свой край, синий-синий, певучий, певучий, неподвижно блаженный, как рай. В том раю тишина бездыханна, только в куще сплетенных ветвей дивный голос твой, низкий и странный, славит силу цыганских страстей. Вот почему-то мне как-то кажется, что то, что выражено и так гениально запечатлено Блоком с его восприятием «Кармен», что это достойно того, чтобы сопровождать или как-то иллюстрировать замечательное искусство Надежды Андреевны вот в этой роли. Thank you.
Она никогда не отказывалась петь. Она любила петь. Она так одаривала нас своим пением. Было впечатление, что она ничего не жалеет. Она, конечно, и жалела свой голос, и воспитывала свой голос. И об этом рассказывала она. Но щедрость, но богатство, которым она отделяла нас, это просто необъяснимая вещь. Надежда Андреевна очень любила две свои роли. Она говорила, что это самые ее лучшие, самые, так, больше всего сердце ее касающиеся роли. Это Любаша и Марфа. Любаша в «Царской невесте». Это драматической актрисе есть чему там учиться. Необыкновенная точность образа. Удивительное развитие образа. И я не могу иначе как-то слово подобрать, какая-то бесстрашность игры. Она отдавалась игре. Страстно, мятежно. Ведь как она от любви, от счастья любви, от страсти, как она в Любаше переходила к преступлению. И странно, вот ее не то, что Любашу оправдать можно было, ее понимать можно было. Ее жалели, Любашу, жалко. Вот как по-русски жалеть – это любить. Вот жалко. Нет, быть не может. Ты меня не кинешь. Я прогневила чем-нибудь тебя. Ты верно полюбил. Сироту в другую. Оставь ее. Она тебя не любит. Ведь я одна тебя. Приехала грузинская делегация, связанная с каким-то юбилейным днем, со своей аппаратурой, и снимали в этом же доме, в этом подъезде, этажом ниже, вот в нашей квартире. И я вспомнил для себя просто. Я там пел какие-то классические вещи, потом звоню Надюше, дорогая, можете? Нет, я вот не одетая. У вас есть кто-нибудь? Я говорю, нет, никого нет. Есть служебные люди, они для вас. Нет, я так не могу. Я говорю, у меня к вам крайне важное дело. Ну, это долгий диалог, и на конце концов она приходит. Вот чем она была? Был Иванов Крамской. Он на одной гитаре, и я на другой гитаре. И рядом с роялем мы усадили другую Надюшу.
и из комнаты одной невидимый аппарат синхронно заснял и видимость, и звучание. Вот это единственный кадр, который мне известен, что знаменитая Обухова обманным путем в моей квартире и мной обманутая, мы записали с ней головка на головку и поем «Ночи безумные» романсы под две гитары. В этом я испытываю громадную какую-то радость и в то же время грусть, я не скрою. Ночи безумные. Надежды Андреевны, у Антонины Васильевны, у них вот было умение сочетать, то есть это умение, это искусство колоссальное, сочетать идеальный вокал с идеальным постижением внутреннего содержания романса. Вот, ну, почему-то вспоминаю Антонину Васильевну, когда она пела, уж один из последних концертов, «Страшную минуту», но физически было «Или нож ты мне в сердце вонзишь, или рай мне откроешь». Пела она, и казалось, что поднимаются занавесы, и открывает сияющий вот этот парадиз рай. Вот это все было у Надежды Андреевны. Это всегда было все и такое сложное, и трудное. Вот, чтобы это перевести, вдруг она позволяла себе вот так только чуть почти вздохнуть. Вообще, палитра была колоссальная, потому что было огромное сердце. Огромное русское сердце, оснащенное и культурой, огромной культурой. И вот это все создавало удивительную радость. И мы все, конечно, кто бывали, а мы все бывали, как сумасшедшие мы бегали на эти концерты, мы все уходили счастливые, награжденные прекрасным. Да, на прекрасным богатством, которым Надежда Андреевна так щедро дарила нас. И у меня был край родной, прекрасен он. Там ель качалась надо мной. Интересовала всегда,
Как Надежда Андреевна подходит к такому трудному, сложному автору, как Тютчев? С его умом, философией, страстью к этому изумительному поэту. Она как-то все это умела взять в одно свое стремление, в одно свое представление о каком-нибудь стихотворении. Она необыкновенно его передавала. И вот я вспоминаю, как она пела: «Я очи знал, о эти очи, как я любил их, знает Бог. От их волшебной страстной ночи я душу оторвать не мог». Она начинала осторожно, боясь как будто коснуться своих самых душевных глубин. В непостижимом этом взоре, жизнь обнажающим до дна, такое слышалось горе, такая страсть и глубина. Дышал он грустный, углубленный в тени ресниц ее густой, как наслажденье утомленный и как страдание роковой. Вот какие гениальные совершенно слова и представления поэта, и как это отражалось у нее сильно, горячо, могуче. И слова, вот то, что я говорила в начале, вот как она произносила так по-шляпински, густо слова. Удивительно, удивительно. Это такая была речь. И вот последние строки. «И в эти чудные мгновенья ни разу мне не довелось с ним повстречаться без волнения и любоваться им без слез». И вдруг какая-то нежность проникает все. Удивительно она это пела. Очи знал, ой, эти очи, как я любил их, знает Бог. От их волшебной страстной ночи я душу оторвать не мог. В небо сижу обнажающим до дна, такой виделся горе, такая страсть и глубина. Я познакомился с Надеждой Андреевной Обуховой в
доме у Татьяны Львовны Щепкиной Куперник. В квартире, где когда-то жила Великая Ермолова. Но, к сожалению, я не видел Надежду Андреевну в ее оперном репертуаре, в ее созданиях. Но я бывал на ее концертах, где она с удивительной силой и проникновением исполняла старинные романсы. Поэтому для меня знакомство с Надеждой Андреевной доставило огромную радость и счастье. Накануне Надежда Андреевна смотрела у нас в театре спектакль «Пушкин» и сказала мне: какой замечательный романс исполняется у вас за кулисами в сцене у Дюме. Я сказал Надежде Андреевне, что этот романс написал композитор Аранский. Как бы я хотела, сказала она, исполнить этот романс у вас в спектакле за кулисами. Но, к сожалению, это не получилось из-за недостатка времени у Надежды Андреевны. Но, к счастью, этот романс она записала на радио, на пленку. И когда я вспоминаю этот романс в исполнении Надежды Андреевны, я очень ясно вспоминаю спектакль «Пушкин», сцену «Дюме», где Пушкин встречается со своими друзьями Жуковским, Вяземским, Брюловым. Пожалуй, это время было для Пушкина самым тяжелым, тревожным. Он послал второй вызов Дантесу, и друзья, особенно Жуковский, отговаривали от этой дуэли Пушкина, но он стоял на своем, и дуэль была неминуема, и время ее приближалось. Как мало нас за дружеским столом, тех нет уже. Тех время студило от бурь, укрыло под своим крылом, и наши головы посеребрило, щадя сердца. Жизнь назову лесном. Вверху одна горит звезда, мой взор.
в родословной Надежды Андреевны значатся такие замечательные имена, как поэт Боротынский, то есть один из лучших поэтов пушкинской поры, поэт, которого высоко ценил Пушкин, которому посвятил много и своих стихотворений, и письменных высказываний. Как вот в послании к Дельвигу он говорит, или как Гамлет Боротынский, над ним задумчиво мечтай. И, конечно, вот та богатая духовной жизнью, поразительная пушкинская эпоха, которая дала нам Пушкина, во-первых, великое неповторимое явление нашей культуры, наше солнце, как его определили в некрологе, что солнце нашей поэзии погасло. Так и тут же рядом вот и Боротынский, Дельвиг, и вся эта группа поэтов пушкинской поры – это люди высокой культуры, высокого духовного богатства, духовных каких-то просто залежей. И тут же рядом все это благородные движения декабристов. Это поразительное явление, когда вот люди, которые совсем могли бы отнестись к тому, что происходит вокруг них, спокойно, как до тех пор относились все, те, кто этими богатствами и удобствами пользовались. И вдруг появилась плеяда молодых людей, людей с высокими званиями, богатых, которые ужаснулись окружающей их обстановке и пошли против, пошли за свободу, чтобы освободить этот порабощенный народ. И во главе с каком-то роде идеологом Пушкиным, который звал своими стихотворениями. И вот это поразительное декабрьское движение и удивительный подвиг русских женщин, которые пошли за своими мужьями, лишенные всего, закованные в кандалы, и они молодые, Раевская, Волконская, ей было 22 года. Она села и поехала к своему мужу и потом провела с ним все время. Это поразительные страницы, и как страстно к этому отнесся, по-моему, Достоевский, который говорил, что ну, где найти более прекрасного образа русской женщины, которые бросили все, знатность, богатство, все, и пошли без всякого, не оглядываясь, и преодолевая огромные препятствия, которые чинились им всеми. И вот, вероятно, все то, тот мир пушкинский, он, конечно, какими-то путями пришел и в мир, душевный мир Надежды Андреевны. И вот какую-то ее открытость, ее, может быть, такую своеобразную бесстрашность, это все, может быть, где-то в корнями уходит туда, к тем прекрасным женщинам пушкинского времени. Она во всем была славянка, она во всем была россиянка. А в чем это, скажем, не только в русском репертуаре. Ну, скажем, Бьюза Стари Тарантелла, она пела вот итальянское, она пела по-испански, по-итальянски, по-французски. Не знаю, пела ли она по-немецки. Причем это было абсолютно легко. Тех, кто в детстве учил язык, это потом это очень легко. Вот и у Надюши точно так же было. Но олицетворение духовной культуры нашего народа, это, конечно, вот такие, как Надежда Андреевна. Имела я радость слушать часто ее русские песни. Она так пела, она такая была женщина русская, всегда хотела сказать русская певица, русский художник. Что-то она такое знала, но это тайна таланта, нельзя ничего объяснить иногда. Как она пела: «Матушка, что в поле пыльно? Сударыня ты моя, что в поле пыльно?» И
мать, ответь, дитятка мое, не бойся, не выдам, свет ли ты мое, не бойся, не пужайся. Ну, такая Русь, и почему-то возникало и поле, и лес, и природа. Как это все в нее вмещалось, я не знаю. Но она чувствовала огромную картину, шире того, что случается в песне, случается в романсе. Все это шло шире, глубже, охватывало, целую Русь охватывало. И эту рабскую долю женщины, без сантимента всякого. Так прекрасно она умела это почувствовать, умела это петь. И последнее ее выступление. Мне пришлось тогда вести передачу из кабинета Неждановой.
в день памяти о Неждановой, мне пришлось вести этот вечер. Надежда Андреевна приехала, больная, вялая. И сразу нам сказала, что она петь не будет, не может. Так мы решили, что мы не будем ее об этом просить. Вот шел вечер своим чередом, пели, говорили, шел вечер очень хорошо. И вдруг я почувствовала, что она споет, что ей захотелось. Я встретилась с ней глазами, что-то такое между нами промелькнуло, и я рискнула ее попросить. Я говорю: «Надежда Андреевна, может быть, вы споете нам что-нибудь?» Она вот сразу встала, быстро прошла, встала и запела, как она пела. Много, щедро, прекрасно. И это было ее последнее публичное выступление. Я все это рассказываю вам о ней не как мемуары, а мне хочется передать живую силу таланта. Мне хочется, чтобы наша молодежь понимала, что такое традиции. Нельзя подражать таланту, но самую силу его можно ощутить. Я вот сегодня прочла фразу, которую сказал Луначарский, когда он был в музее Торвальдсена. Он сказал: это баня духовная. Духовная. Вот это счастье, это благородство чувства, это благородство таланта и щедрость. Этому, если не учиться, то это постигать и этому радоваться, это уже вот эта самая баня таланта. Почти уверен, что Надежда Андреевна, она сегодня привлекает внимание. Для грядущих она будет еще ценнее. А в мемуарной литературе она будет примером, какой должна быть артистка оперного театра. И я думаю, что скажу о главном. Каким нужно быть гражданином своей великой и горячо любимой Родины. Повидали мы дальние страны, но в разлуке нам снятся всегда наши реки. Березы полями, и под красной звездой города ничего нет на свете красивей, ничего. Чистый.